Оздоровительно-образовательный центр «Огонек» в поселке Ламы – излюбленное место отдыха ульяновских мальчишек и девчонок. 10 июня в лагере начнется первая смена. 230 школьников приедут из областного центра и окрестных деревень. За несколько дней до открытия учреждения проверили ульяновские общественники. В этом году в лагере полностью заменили электропроводку в производственных помещениях и клубе, а также заменили кровлю в детском корпусе. Поменяли веранду и ограждение, установили новые беседки. Один из корпусов отремонтировали капитально, приобрели и новое кухонное оборудование. Было приобретено кухонное оборудование, конкретно пароконтомат и жарочный шкаф новый. Вот он еще даже с него... То есть каждый день мы делаем свежую выпечку для детей. То есть и повара готовят очень вкусные там пирожки, ватрушки. Вот сейчас им это будет гораздо легче делать, чем на старом оборудовании. Детей будут кормить 6 раз в день. В меню включены овощи и фрукты. В жилых корпусах проверяющие замечаний не нашли. Я думаю, что детям понравится. Мне лично понравились душевые, туалеты современные сделали. Провели отопление. Это большое дело, потому что как бы то, если начинается пора дождей, то в корпусах бывает сыро и холодно. Однако недочеты в работе лагеря все же нашли, коснулись они благоустройства. Не покрашены бордюры, не приведены в порядок клумбы. Замечания обещали исправить к открытию. Вожатые лагеря приготовили для воспитанников развлекательную программу «Путешествие в Голливуд». Дети смогут не только поучаствовать в спортивных мероприятиях, но и будут снимать собственные фильмы. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».